Андрей, ну к матчу с Арсеналом готовились как к самой главной игре этой весны. Одержали победу важную. Что же дальше? Дальше с Рубин, следующий шаг. А так, если по игре сказать, то в целом хорошо, что забили два быстрых гола, в общем-то. Потом, конечно, там уже Арсенал владел преимуществом, мы уже старались больше играть как на контратаках. Ну и, в общем-то, забили во втором тайме еще один гол и довели матч до победы. Скажи честно, устал или есть еще силы? Ну, конечно, устал. Как не устать? Каждую игру устаем. Хорошо, не буду больше мучить. Большое спасибо тебе.